Warning. Хочу вам представить сегодня опять юнитевский проектик под названием Сильвия. Это инди-хоррор. Так, мы видим менюшку, довольно странную. Настройки графики, разрешение экрана. Ну, в принципе, нажимаем Ready. А, зашибись, опять меню. Ну, прекрасно. Итак, нажимаем New Game, да, наверное. Поехали. Так, на пробел выбирать вместо Enter. Интересно. Окей. Что же это за инди-хоррор такой? Это... с историей. Так, окей, и чё? Это скипается вообще, да? Нет, не скипается. Ну чё это за дерьмо? 21 кадр. 20 кадров. Так, понятно. Это очень интересно, очень увлекающее интро, поэтому я, пожалуй, его пропущу. Так, почему у ворона, во-первых, закрыт глаз? Где логика? Но когда я сказал пропущу интро, я не имел в виду, что я буду сидеть еще 5 минут и втыкать на какую-то белую сферу, которая будет на меня лететь. Created by Nicholas, что-то там. Бобби, играет какая-то музычка. Почти какой-то, я не знаю, кантри, что ли. Я напоминаю, да, это инди-хоррор. Какого хрена играет, извините меня, музыка в инди-хорроре? Что это за заставка? Почему ее нельзя пропустить? Какой-то дом. Куда я вообще лечу? Какая-то ворона без открытого глаза. Забыли текстурку наложить или как? Что за херня вообще? Почему начало уже такое упоротое? Ну ладно, давайте опять пропустим. Нет, правда, кому-то интересно на это смотреть, да? Кому-то интересно, как камера летит в дом. Оказывается, что сейчас 7 часов. Какой-то Молли Дженкинс. А, это, видимо, женщина. Так вот, мы играем за тёлку, которая с помощью какого-то спецмикрофона, именно, да, специального микрофона, может записывать голоса то ли мертвых, то ли хер пойми кого. Так, это там что, тачка поехала, что ли? У меня один вопрос. Если там поехала машина, какого хрена здесь кровавый камень? Окей. Ну что, начинаем. Это история, да, тут есть несколько... Ой, блядь. На С... Что это такое? Нихера тут фонарик достается. Так, ладно, фонарик достается прикольно. Светит в рожу... вроде тоже ничего. Хотел сказать, в рожу светит. Так, прыгать можно, да. Но почему он красный? Почему он такой кроваво-красный? Что за бред? Ладно. Мы идем. Начинаем идти. Так, это что такое? E to interact with an object. Ага. Она просто взяла и оторвала. Ладно, хрен с ним. Ладно, идем. Просто идем. Так, что это такое? А, вот это, наверное, и есть наш... Нихера себе. Нет, это не микрофон. Почему-то здесь все кроваво-красное. Я не знаю, почему. Что там блеешь, как овца? Я не понял, алё. Так, о, нифига себе, видали? Только не совсем естественно это произошло, как она могла такую толстую трубу вставить в такую маленькую щелку, чтобы сломать дверь. Ну да ладно. Так, что это такое? Это заброшенный какой-то карнавал, да? Какой-то парк. Когда будет стрёмно, я не знаю. Потому что я... Не играл в это. Окей, что у нас тут есть? Ну-ка, давайте попробуем. О! Микро. Так, смотрите. А, кстати, текстурка микрофона-то ничего такая. Чего? Чего ты сейчас сказала? Что-то I climb on wall? Чего? Залезть на стену? Окей. Ты что, Спайдермен? Ты уже можешь на стену залезть. Я надеюсь, вам что-то видно, потому что сраный фильтр, который здесь наложили, мне вообще никак не нравится. Такое ощущение, будто мы пользуемся какой-то камерой. Но какая нахрен камера? Мы просто же играем за тёлку, которая
смотрит глазами. Почему? Почему здесь такой эффект? Так, я вижу очевидный намек, что нам как-то надо попасть вот сюда. Здесь никак не залезть, да? Так, она бегать-то не умеет. Или умеет? Да нет, не умеет. Окей, зайдем с этой стороны. А, во! Отлично, я уже нашел способ сюда забраться. Во! Изич, отлично. Да, про стену она сказала правду. Так, я надеюсь, нас никто не напугает. Очень это надеюсь. Во всяком случае, мы же на какой-то крыше, правильно, наверху, поэтому нас, если какая-нибудь паскуда захочет достать, то она сначала пободается. А, это что за... А, блин, мне почему-то показалось, что здесь было написано «карнавал», серьезно. От слова «carnival» или «carnival» на английском. Почему я так решил, не знаю. Буква показалась. Похоже. Так, это какая-то хрень. То ли скала, то ли из обители зла. Там был такой монстр в четвертой части, начиная, по-моему. Идем по этим... По этому забору, по этой стене. Куда-то в конец. И понимаем, собственно, что мы зря пришли. Возвращаемся. Ну, в принципе, наверное, надо прыгнуть туда, да? Но есть одно но. Почему-то мне кажется, что если я сейчас туда прыгну, то меня там ждет как раз-таки или скример, или какая-нибудь тварь. Ну ладно, поехали. Я прыгнул с такой стены и не разбился, да? Супер, супер. Чего? Я могу видеть что? Бля, вот мне сейчас не по себе, жутко. Ой, а чё там? А, фонарь вруби, слышь. Вот чё-то мне вот так не по себе сейчас, ребята. Ненавижу. Ой, блядь. Так, окей. И где тут... О! Нифига. Так, а нам, видимо, туда, да? Держит она как, извините меня... Пипиську, неважно. А, окей, мы идем, значит, на голос приз. Блять, твою мать! Ебануться! Чё ты там блеешь-то? Нифига себе сыканул. Так, тут можно опять услышать кого-то, нет? Почему здесь звездный потолок? Я провалился в какой-то. Попал в какое-то измерение, что ли? Господи, ты чё, кондиционер, зачем так пугать-то? Ключ. Да? Или какая-то дверь. Нам же сказали, что мы можем интерактиться с объектами. Так, а тут уже довольно мило, если... О, нифига себе, смотрите. Звездное небо от музыки работает. Ладно, давайте врубим. Я надеюсь, это не будет страшным, да? Это будет сугубо таким вот... темным, нуарным, но при этом... Просто как какие-то приключения или история, да? Тут же не будет, надеюсь. Не... О, смотрите, кстати, вот это, наверное, можно открыть, да? Так, призраков никаких здесь нет больше. Я с этим микрофоном так и расставаться, честно говоря, не хочу. На всякий случай. Ладно, ладно. А я так понял, нам надо ключ найти, да? Или выход, или ключ. Ой, смотрите, можем взаимодействовать, отлично. Так, подождите мне, пожалуйста, я немножко не въехал. Ух ты, ёб твою мать. Нажал, называется, четверку. А, нифига себе, ну тут меню еще и будь здоров. Еще попробую разберись. Так, пресс, один эквипмик, left boost, ага. Три, and hold, turn deal. Чего? Че, биться еще можем, что ли? When you hear click, quickly release. Repeat and three. Чё за хрень-то такая? Я что-то вообще не въезжаю, ну. Так, погодите. Это, конечно, все прикольно и интересно, да? Но мне вот не совсем понятно сейчас вот эти вот взломы. Так, я пришел на какую-то кучу дерьма. А, здесь просто завалено, скорее всего. Ну, конечно, смешно, у нас микро... Блин, ты чуть запутаешься, не видно ни хрена, эти коридоры дурацкие. Я надеюсь, вам что-то видно, ребятки, очень надеюсь.
Это что? Открывается, нет? Нет, это не открывается. Но нам явно в тот сейф. Что сейчас было? Что-то... Какие-то шумы. Завывание ветра какое-то. Ладно, давайте попытаемся взломать этот замок. Ага. Так, тихо, тихо. А, микро надо. Так, погоди, погоди. Я почти въехал, что делать? Ай, стой, 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 уйди! Меню. Так, открывай микрофон. Окей, значит, надо использовать микрофон, зажать его. Так, нажать Е, когда... Чё ж, блин. Так, подожди, а как его открыть тогда? Да уберись ты, сука! Да как же тебя ломануть-то? Господи, что я взял? Что это за херня? А, я взял какой-то, не знаю, камень с ключом. Я примерно... Нет, я не въезжаю, куда мне надо его впихнуть. Ладно, я, кажется, вспомнил. В общем, система открывания сейфа довольно интересная. Надо, оказывается, было вперед-назад крутить эту вертушечку. Так, три. Нихера! Это что за комната такая, ну? А, надо обследовать микрофоном. Чё? Электрик дор? А, ну электрик дор, это понятно. Так, убери. А как тебя это? Ну-ка. Ой, чё это за хуйня? Господи, что я сделал? Ёп! Что я сделал? Я взял какой-то кусок коры, вставил его в электрощиток и все заработало? А почему пропал свет? Алло? Не, ну нормально. А, не, смотри, Челси, Бонни, чего? Бои, хрен поймет. Я думаю, у меня не игра вылетела, у меня остановилась запись. Игра выдала ошибку о том, что произошел вылет. Я только не въезжаю. Что мы сделали? Что это такое? То ли мы кусок арматуры туда вставили, то ли я не пойму, что мы сделали. Окей, мы играем за другую, видимо, тёлку теперь. Господи, какие низкие тут двери-то. Кто-то рядом? Кто-то рядом, она сказала? Слышь, женщина. Так вот, кстати, я научился ломать. Смотрите, как это делается. Берется микро. Смотрите. Раз. До щелчка. Блять. Да ёп. Назад. Вперед. Опять назад. И профит. Вот почему мне сейчас это не нравится, ребят? Вот почему мне сейчас дали пушку? Почему? Я не хочу ни в кого стрелять. А? Вот почему? А, стопэ. This gun is powered by... Чего? Чего? Тут птичку-то изуродовали, птичку. Что это такое? В холодильнике пусто. Зачем тогда его открывал? Вот это что ли надо использовать? Куда вообще направлять огнетушитель? Что делать-то? Откройся, хрень. Ой. А ну-ка. Есть кто? Алло? Блеха-муха. Что за херня?
О, тут что-то есть. Так, а ну. Господи Иисусе. Скролл инвентарь. А что там в инвентаре так? А как его открыть-то? О. Так, погоди. Navigate, choose. Recordings. Господи, что тут делать-то? Как это все работает? Оно же А плюс В, А, В. И что? Что за бред-то? Как тут вообще управляться с этим всем? Микрофон что-то какой-то... И где микрофон? Микрофон, да ты... Вот сука. Да какого хера тут надо делать-то? Я что, выкли... Да ёп... Да как его... Е, чуз, ну, а как выбрать-то его, алё? Он не работает, чё это мотается хрень-то? А как выбрать? Чё за хрень вообще? Вы серьёзно, что ли? Картофельной пушкой? Да ладно. Чё это за бред? Чё это за херня, ребята? Какого хрена я... И чё, картошкой, что ли, по замкам стрелять? Да вы нахрен совсем с ума сошли. И чё я, по-вашему, должен делать? Вы чё, совсем, что ли, шибанулись? Да чё тут постоянно скролл инвентори, идите в жопу, оно не работает. Ключ какой-то сюда надо впихнуть. Нарисовано же для дебилов. Кнопку 3 нажимай, и после этого кнопку мыши. Оно не работает, чё за... Ну чё за бред, ёб твою мать. Как это вообще всё работать должно? Зачем так усложнять? Как это вообще, блядь, работает? А, В плюс, вот. А плюс В. Д плюс В. И нихера не работает. И как? Какую-то пушку в хорроре дали картофельную. Вы что, совсем пизданулись, что ли? Да открой ты, сука, дверь. Дышал тут кто-то. Куча дверей закрытых. Микрофон. Чё тут происходит? Как это должно работать? Микрофон вообще писец. И чё? Что? Ну что? Ну это я не понимаю, ну ребят. Ну смотри, ну это бред какой. Ну, теперь там, да? Писец. Я ничего не понимаю. Нахрен мне пушка-то картофельная, я... Чё, я должен по замку пострелять, что ли? Серьезно? Белой картошкой стреляй. Оранжевой картошкой стреляй. А толку ни хрена, ну серьезно, ну... Музычка какая-то заиграла, не хорроровская. Картошку подбирать можно. Четко. Что-то бьется своим фонариком по стенке. Ну, одному богу известно, как в это играть, серьезно. Короче, хрен с ним, я забиваю на эту игру, ребят. Хотите, попробуйте пройти сами. Я не в дугу, как это все работает. Хотите, попытайтесь сами, серьезно. Я вот не въезжаю. Да уйди ты нахер. Ну вот я нажимаю... Ну, чтоб тебя в рот топтали. Вот теперь что-то работает. Но это, опять же, не ясно что. Какой-то бред, какие-то аудиозаписи послушать, зачем, бля? Ну, пушка картофельная в хорроре, это что-то. Может, конечно, сюда этот ключ надо, может, я туплю? Да возьми ты ключ, а? Нихера себе, нормально! Ну, офигеть, то есть, логотип висит здесь, а, короче говоря, ключ подошел сюда. Нихуя себе тут. Ну вы серьезно, я по призракам буду картохой стрелять? По-моему, вы совсем дошли уже. Никого хоть нет. Блин, вы реально шумахеры хреновые. Я не знаю, как это назвать. Вы хотите картошкой стрелять по призракам? А это что такое, камни что ли?
Опять баллончики. Так тут босс, да, будет? Black Orbs. Что там Black Orbs? Опять баллон. Ребят, если сейчас на меня выпрыгнет монстр, я начну палить по нему. Ты нихера. Это чё? Это чё? Это чё за хрень? Ой, классно. Это смерть? Серьезно? Так, ну понятно, это была смерть. Ну серьезно, что это за кусок коры, а? Или какой-то, я не знаю, что это такое вообще? Вообще, ладно, ребят, я забиваю. Попытайтесь, если хотите, сами. Я реально не въезжаю. Какое-то дрено, немножко хоррор, непонятный. Все, всем добра, всем пока. Надеюсь, это вам было интересно. Я просто не смогу это физически дальше пройти. А еще вот этот моток. Нет, это какая-то коробка, которую тоже взять нельзя. Я в шоке. Все, всем добра.